Экс-директора автоприбора заключили под стражу. 20 марта в Октябрьском районном суде прошло очередное заседание по уголовному делу в отношении Алексея Мельникова. Напомню, его обвиняют в неуплате налогов на сумму 50 миллионов рублей. А буквально накануне против него было возбуждено еще одно уголовное дело. Экс-директора автоприбора теперь обвиняют еще и в преднамеренном банкротстве предприятия и в злоупотреблении служебным положением. По второму уголовному делу ущерб государству оценивается в 143 миллиона рублей. Следствию также предстоит выяснить, как и на что были потрачены 1,5 миллиарда рублей, которые в 2008 году у банка ВТБ были взяты в кредит на развитие производства завода. Суд удовлетворил ходатайство следствия и заключил 57-летнего Алексея Мельникова под стражу до 14 мая 2016 года.